6 октября объявляется воскресник на территории храма села Захарово. Реконструкция Троицкой церкви почти завершена. Напомним, она проводилась за счет Московской епархии по спецпрограмме «Восстановление порушенных святынь». Предполагается, что 12 октября освящать храм будет сам ювеналий митрополит Крутицкий-Коломенский, очень высокий и уважаемый гость округа. Поэтому генеральная уборка просто необходима. Анастасия Галкина продолжит. Почти 5 веков наблюдала за ходом истории Захаровская церковь. Сначала деревянная, в 19 веке обрела каменные стены и уникальную 42-метровую колокольню. Пережила революцию, репрессии и войны. Начало нового века храм встретил в руинах. В конце 90-х появилась надежда на возрождение. Своими силами настоятель церкви, отец Тихон и прихожане начали восстановление святыни. Своими силами мы смогли сохранить главный купол, колокольню, отреставрировать их, отреставрировать и начать богослужение в четверике. А вот трапезная часть храма долгие годы стояла даже без сводов. Церковь нуждалась в глобальной реконструкции, и работы начались. Храм Захарова попал в программу фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. Строители укрепили стены, заново возвели потолок, даже удалось откопать крыльцо из-под метрового слоя земли. Ну, сложности тут какие были? То, что не было сводов, они полностью были обрушены, не было колонн, вот этих, которые сейчас восстановлены. Ну, вот, в принципе, тут что интересно, то, что часть колонн была нами найдена. Здесь, когда искали, хорошо, что вот как раз и приход, и все, они сохранили очень многие детали. Поэтому у нас эти колонны, они где-то частично, они восстановлены по новой, они полностью восстанавливали все стены. Сейчас работы на стадии завершения. За счет муниципалитета благоустроили территорию, провели уличное освещение. До торжественного открытия храма осталось совсем мало времени. Генеральная уборка назначена на воскресенье. Хотим обратиться к жителям нашего города, к жителям Захарова с приглашением принять участие в подготовке храма к великому освящению, в уборке. 6 октября, в воскресенье, состоится воскресник по уборке храма. В 10 часов утра с Советской площади от Троицкого собора будет отправляться автобус. Можно приехать и своим ходом. Начало в 11 часов. По возможности нужно взять с собой инвентарь, перчатки, тряпки, моющие средства. Освящение храма состоится уже 12 октября. На торжественную службу пригласили митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия. Анастасия Галкина, Иван Першин, Анастасия Гарбузова. Новости дня.